засыпал все стеклом, битое стекло, перемешку с черноземом. Вот везде. Вот, сейчас поставлю маяки и продолжим. Ну вот, еле как установил маяки. Не совсем ровно получилось. Пропорции: 3 ведра щебня 10-литровых, 3 ведра песка и 1 и 1 ведро цемента. И плюс еще буду добавлять 15 миллилитров вот этого вот пластификатора. 15 миллилитров — это 1 столовая ложка на вот это вот ведро воды 10-литровое. Вот сюда, на это ведро 15 миллилитров пластификатора.